Здравствуйте, меня зовут Клевцов Дмитрий Александрович. Я врач-психиатр, который использует гомеопатический метод лечения. Почему гомеопатия и кого я приглашаю на гомеопатическое лечение? Первый случай, первая ситуация. Это когда человек принимает психотропные средства, но они не дают эффект. И вот в этом случае человек ищет альтернативные методы и зачастую находит гомеопатию. В этом случае мы можем предложить человеку гомеопатическое лечение. Вторая ситуация, когда человек принимает психотропные средства, но они вызывают очень сильные выраженные побочные эффекты, порой несопоставимые с качеством жизни. В этой ситуации действительно также человек ищет какие-то альтернативные способы и также можем предложить гомеопатию. Третья ситуация, когда человек принимает психотропные средства, они дают определенный эффект, но все равно симптоматика не исчезает. Все равно симптоматика остается, и здесь гомеопатия может сыграть роль дополняющего метода. Четвертая ситуация, когда человек прошел весь курс лечения психотропными средствами, и у него была ремиссия, но эта ремиссия исчезла, снова появился рецидив, снова произошел рецидив. И снова человек заходит на психотропную терапию, снова идет ремиссия, при отмене снова идет рецидив. То есть бесконечная череда рецидивов, которая не позволяет человеку излечиться полностью. И пятая ситуация, пятый случай, это когда человек просто не хочет принимать психотропные средства по разным причинам. Вот в этих пяти ситуациях я как специалист по гомеопатии могу предложить такое гомеопатическое лечение. Обращайтесь. Благодарю за внимание.